мне нравится больше всего композиция. Можно учить какие-то цвета, какие-то наесть. У меня есть две картины, композиция в парке и девочка кормит собачку, еще девочка с котиком. Есть у тебя картина, которая будет на выставке? Да. Есть девочка. Девочка сидит на стуле. Вишня, вишенка. Мне рада, что буду, что она на выставке, и все могут увидеть. Мне нравится в художественной школе, потому что здесь можно рисовать, здесь все мои друзья. Я рада, что моя картина на выставке, потому что я еще никогда так не была рада.